Золотая осень еще не сменилась серебром снегов, а в интернет-магазине «Серебряная птица» вновь новинки. Приветствуем зрителей на новом обзоре украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Вот такие украшения мы приготовили для вас в нашем обзоре, и сейчас с каждым познакомимся поближе. Представляем вашему вниманию комплект из кольца и серег, изготовленных из серебра 925 пробы с покрытием золочения и вставкой из фианитов. Очень необычный геометрический узор подчеркнет ваш стиль, а английский замочек на сережке будет надежно держать украшение на ухе. Такой комплект доступен также и в покрытии родирования. Очень подойдет даже к самому строгому деловому образу. Комплект – настоящее воплощение бренда «Красной Пресни». Неповторимый филигранный узор соберет все восхищенные взгляды окружающих. Кольцо и серьги из серебра с покрытием оксидирования и без вставок подойдут всем без исключения. Вместе комплект будет смотреться вот так. Утонченный и легкий комплект из кольца и серег из серебра 925 пробы с родированным покрытием и вставкой из двух небольших фианитов белого цвета и одного большого голубого фианита, который сверкает и переливается, словно кусочек льдинки. Думаю, к предстоящему зимнему сезону приобретение такого комплекта будет более чем актуальным. Воплощение женственности и элегантности – все в этом сочетании кольца и серег из серебра 925 пробы с родированным покрытием и вставкой из жемчуга. Обладательница данного комплекта обеспечена внимание и восхищенные комплименты, потому что нет ничего более изысканного, чем украшение с жемчугом. А когда металл выполнен в таком лаконичном стиле, это выглядит еще более утонченно. Также вы можете выбрать серьги и без вставок и оставить в своем образе только одну жемчужину.
Очень интересное кольцо из серебра с родиевым покрытием и вставкой из искусственного розового кварца станет отличным аксессуаром в вашей коллекции. Также к кольцу можно подобрать серьги. И получится отличный комплект для образа на каждый день. Восхитительный комплект, представленный кольцом и серьгами из серебра 925-й пробы с покрытием родирования и вставкой из фианитов, станет идеальным выбором для вечернего выхода. Камни бесподобно переливаются и сверкают, создавая тем самым праздничное и торжественное настроение. В этом комплекте нет ни единого шанса остаться без внимания и комплиментов. Вновь в нашем обзоре комплект из серебра с покрытием золочения и вставкой из фианитов и искусственного жемчуга. Серьги с английским замочком будут надежно держаться на ухе, при этом не утяжеляя образ. Прекрасный классический вариант, который подчеркнет ваш утонченный вкус. Посмотрите, какие стильные серьги из серебра 925-й пробы с родированным покрытием, украшенные полоской яркой эмали. Мятный – один из трендовых цветов, который не сдает позиции уже несколько сезонов. Поможет создать кокетливое настроение в любом образе своей обладательницы. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть на ушке. Классический комплект украшений из серебра с покрытием оксидирования, представленный кольцом с роскошным фианитом и дополняющим его серьгами. Оправа камней очень выразительная. Это филигранный узор, визитная карточка красной пресни, статный и величественный комплект, достойный украшать свою прекрасную обладательницу. Thank you.
Удивительный комплект украшений из серебра 925 пробы, представленный кольцом и серьгами с покрытием оксидирования и вставкой из фианитов. Покрытие придает изделиям винтажный эффект, и смотрится такой комплект очень интересно и благородно. Две очаровательные серебряные подвески в виде феи и ангела добавят своим обладательницам сказочного обаяния. Украшения выполнены в покрытии родирования. У подвески в виде феи нет вставок, а у миниатюрного серебряного ангела есть совершенно утонченная россыпь фианитов по контуру. Эти изделия станут прекрасным подарком вашим близким или вам самим. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы с покрытием родирования и впечатляющей вставкой из искусственного малахита. Почувствуйте себя настоящей хозяйкой Медной горы в этих серьгах. Такая интересная огранка и оправа камня сделают образ чувственным и элегантным. Самое настоящее праздничное украшение – кольца из серебра с покрытием родирования и вставкой из величественного фианита собственной огранки. Величина камня действительно впечатляет. К такому кольцу вы можете выбрать серьги, и вместе будет отличный образ. Несмотря на то, что серьги достаточно большие, на ухе они не будут тяжелыми, и в них точно можно блистать весь вечер. Кольцо из серебра 925 пробы с покрытием золочения и вставкой из фианитов. Посмотрите, какое нежное и утонченное украшение. К нему очень интересным дополнением станет серебряная подвеска в виде сердца с маленьким фианитом. Вместе получается оригинальный комплект, который так подойдет романтичным натурам. А может быть, он станет выражением любви и благодарности вашим близким.
Настоящая находка для модниц. Широкое кольцо из серебра 925 пробы с покрытием родирования. Такие кольца являются главным трендом в украшениях уже не первый сезон. Вставок на кольце нет, но посмотрите, какие оригинальные узоры и серебряная птица, которая совершенно точно принесет вам удачу и станет добрым талисманом. Лаконичное и невесомое серебряное кольцо с покрытием родирования и тонкой полоской из маленьких фианитов расскажет о вашем утонченном вкусе и любви к минимализму в украшениях. Отлично дополняют кольцо, серебряные серьги с английским замочком, легкие и совершенно не доставляющие никакого дискомфорта при ношении. Вместе комплект прекрасно подходит для повседневного образа. Вот такие новинки подготовил для своих покупателей интернет-магазин «Серебряная птица» в ноябре. Благодарим вас за просмотр и желаем приятных покупок!